Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как сделать обыкновенную воду, такая, какая у вас есть, мягче, для разбавления самогона. Метод на самом деле не мой, я его где-то видел уже на YouTube, правда, ролик не нашел, так бы ссылочку скинул. Но, в общем, ничего сложного здесь нету. Самое главное, что не нужно покупать воду, это все-таки трата денег, да? И не нужно покупать фильтры, это тоже определенные затраты. Не нужно дистиллировать воду или кипятить. Вот на дистиллированной или кипяченой воде мне почему-то самогон не нравится. Ну, мертвая вода и вкуса никакого нету. Вот у меня вызывает отвращение. Это, конечно, дело вкуса, и, возможно, кому-то нравится разбавлять самогон кипяченой или дистиллированной водой. Но по мне так это дело такое, на любителя. А вот этот способ поможет реально смягчить водичку обыкновенную. Вот я сейчас покажу на примере водопроводной воды своей. Хотя у меня довольно она хорошая, но все же мы ее сделаем еще лучше, поверьте мне. Давайте пойдем и сделаем. Поехали. В общем, нам нужна какая-то посудина. Желательно, чтобы она была с крышкой. И набираем туда воду. Так, сейчас я еще отберу отдельно небольшую емкость и померяю, насколько вода жесткая. А это пока несем в морозильник. Теперь эту воду помещаем в морозильную камеру. И закрываем. Ну, я где-то, наверное, завтра ее вытащу, потому что сейчас поздно вечер. Завтра уже после дачи, после всех дел, покажу, что дальше делать. Так, теперь давайте замерим жесткость воды с крана, какая у меня. Так, вот у меня есть такой ТДС-метр. Конечно, его точность оставляет желать лучшего, но разницу он покажет. Так, как видите, по нулям 95 показывает. Вы знаете, камера не передает конкретно цвет. Но вот если посмотреть, то здесь видно вот такое белесое пятно. И видно, где полностью прозрачный лед. И вот нам нужно взять именно прозрачный лед, да, поколоть. Сейчас я его поколю. Тут четкая граница, то есть вы не ошибетесь. Ну вот камера не передает сейчас как раз с холода, оно. О. Вот видите, он абсолютно прозрачный. Вот это то, что нам нужно. А вот тут то, что беленькое. Вот здесь оно в середине в основном образовалось, такое пятно. Вот это брать не нужно. Ну, можно так оставить. Сейчас положу куда-нибудь, пускай растаивает. Ну что, проверим теперь. Тут у меня еще, вот видите, лед даже остался. Я сейчас пару ледышек вытащу. А все вытащу. Хватит здесь воды для того, чтобы проверить. Так, ТДС метр я сейчас только опустил в дистиллированную воду. Промыл его. Вот по нулям показывает. Опускаем. Что мы видим? Мы видим 39. То есть более чем в два раза получилось. Вода смягчилась. Вот такой вот результат. Так что, ребята, без всяких затрат, фильтров, можно запросто сделать водичку мягче вот таким вот способом. Это получается типа талая вода. Пользуйтесь, ребята. Я надеюсь, вам это видео было полезно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем добра.